столице Дании, Копенгагене, в здании «Форум» открылась выставка советской промышленности. На ней представлено заводское оборудование, сельскохозяйственные машины, различные промышленные товары, выпускаемые предприятиями Советского Союза. В отделе текстиля установлены действующие станки. Особенно заинтересовали посетителей новые советские машины. Председатель общества сотрудничества между Данией и Советским Союзом профессор Йорген Йоргенсен знакомится с работой токарно-револьверного станка. Внимание датчан привлекли 25-тонный самосвал Минского автозавода, трехрядный свеклоуборочный комбайн. Выставку посетила госпожа Лиз Гроэс, министр торговли Дании. В первые три дня свыше 20 тысяч человек побывали на выставке советской промышленности.